Так, мы здесь включали, не починили. Вот, да. Давайте еще раз включим. А, нет, не починили. А что, камера работает, не понял. Не, мы туда, короче, еще как-нибудь вернемся, побегаем там, посмотрим, что там происходит. Только там все-таки есть способ починить это все. Так, ну сейчас мы едем сюда. What? Кто-то убил? Этот-то полигон работает? А че они все резнулись, реально? О, хрен. Я же всех тут убивал уже. Нам тут не хватает ключа, нам надо ключ снять. Крас, почему все так охотятся за этими кольцами? Вы о бета-коннекторах? Потому что они действующие и в то же время считаются несуществующими. То есть никто не докажет, что они есть? Даже коллектив после запуска? Особенно коллектив после запуска. Для коллектива те, кто будет подключен к нему через бета-коннекторы, попросту не будут существовать. А сами они будут видеть коллектив? В полном объеме. Носитель бета-коннектора не сможет влиять на коллектив изнутри. Ибо его для коллектива не существует. Но он будет в курсе всего, что происходит внутри коллектива, как любой официально подключенный к нему человек или робот. А официально подключенный к коллективу человек или робот сможет при желании отключиться от коллектива? Можно же просто снять с себя мысль, разве нет? Полагаю, что да, можно. Полагаешь? То есть ты не уверен? Или ты тоже мне что-то не договариваешь? На эту тему у меня недостаточно данных, товарищ майор. В любом случае, ничто не мешает человеку снять с себя мысль. Этот прибор надевается на голову, а не имплантируется в череп. Это радует. Короче, вообще я думаю, что Сеченов придумал коллектив не для того, чтобы его запустить, а для того, чтобы отвлечь. То есть коллектива в принципе не должно быть. Его в принципе и не будет. То есть это чисто, чтобы привлечь много внимания и тем самым отвлечь от чего-то действительно важного. Я кто оживил, не понял. Чел, ты это... перепутал. Так, ну вообще мы ищем ключ. У нас там запертая штука. Нам нужен ключ к этой штуке. Где его взять, пока не ясно. Нет, там золотой сундучок. А чё золотой сундук? По-любому какая-нибудь легендарка лежит. А, блин, как здесь собираться? Машину наставили, блин. Нормальных машин не было. Ну не сюда, походу, сюда все-таки. Чё отсюда я свалился-то? Блин, ну здесь же нормальные должны идти, а? Чё сразу так нельзя было сделать? О, шарик. Не знаю, зачем мне шарик, он просто красиво выглядит. Мне нравится его лутать. О, а тут дохрена еще лутать чего? Шарик бы залутать, то есть этот ключ, как он там, печенька называется. А где? О, еще шарик залутали. Мы вообще тут делаем? Почему мы тут, а не где-то... Вообще, а где я должен быть? Где этот ключ может лежать? У этих чуваков? В этом сундуке, да? Не похоже.
выходом светится. Дуб просто, да? Блин, пока непонятно вообще. Мне что-то ноль идей, где мне эту штуку искать. То есть, может, мы ее уже нашли где-нибудь случайно? Блин, давайте потрогаем. Может быть, реально у нас уже она есть? Ну-ка. Ну, как бы нет. Блин, она же не может быть где-то супер далеко. Я думаю, она где-то здесь рядышком, на берегу, например. Какие, кстати, живые? А, или нет? Казалось. Дай штуку. Ну, улей, кстати, не работает. Или работает? Наверное, работает, просто чинить пока некого. Этих чуваков я постарался убивать, они их не чинят. Где, блин, ее искать? Аж сейчас хрен знает куда уйду. Тут, может быть. Не знаю. Будем сейчас просто идти по прямой, может быть, само найдется. Не знаю. Что за музыка? Вот тоже, блин, никакой музыки. Сохранение данных. Надо было сохранить, потому что мы там хрен знает где последний раз сохранялись. Мне бы не помешало. Ну? И чё? Понятно. Ай, блин, а тут походу закрыто. Или открыто? Нет, мост открыт. Направо-налево не пускают. Вышечка, может быть, на вышечке сверху? Ай, погоди, там еще лутик нет, я хочу к лутику. Лутик, нет, не отнимайте у меня лутик. Волочи. Там еще что-то синенькое. Тут камеры и чё? Ну, не с камеры же эта херня открывается. Нет. Тут ничего нету. Тут мы только что проходили, да? Плюс-минус, да. Лес какой-то. Окей.
Ничего нет, зачем нам эта херня вообще нужна? Только назад. Эти чел, они ждут были, не? Это камера, это не челы. А, это, блин, недолутная херня, да, мне показывается? А, понятно. Еще что-то синенькое, кстати. Это что это? А, последний это для ачивки. Ну, у нас уже есть эта ачивка. Нельзя сидеть поговорить? 762! 760 и 2! Так, говорящая курица. Зашибись. Я фиксирую у этого трупа мощное соединение с коллективом. Очевидно, из-за сбоя система приняла ее за робота и стала сообщать информацию. 760 и 2. Каждый раз больно. Охренеть, и что ты считаешь, курочка? Не родились. Видела, как их ели. Моих маленьких, бедненьких яички. Я бы высиживала их, но их нет. Фу. Храс, если я выживу, то походу стану этим. Ну как там сейчас модно у молодежи? Вегетарианцем. Но помните, кто еще был вегетарианцем? Гитлер. Ну так и Дарвин, и Эйнштейн, Ньютон опять же. Что ж теперь? Если бы я могла летать, я бы улетела нахер. Так, все, пошли отсюда. Это не ключ. Щел, дай ключ. Тут что светится? Может быть, ключ светится, а? Мы же здесь были, да? Да. Вон сундук залутанный. Опачки. Ни хрена. Проблема в вагонетке. Говорит машинист. Системы вышли из строя. Я не могу остановить поезд. Скорость только растет. Мы попробуем... Андреич, ронять надо. Сейчас. Да ты с ума сошел? Нет. Поедем дальше, наберем больше разгона и влетим прямо в поселок. Угробим кучу людей там. А так... А так себя угробим, Игорь. Да мы в любом случае сдохнем. Так хоть меньше людей заберем. Ну, машинист! Я понял. Говорит машинист. Принято экстренное решение сойти с рельс во избежание жертв среди... Ай! Держись, Игорёка! Давай, Андреич! Служу советскому... Герой, получается. Как можно поезд с рельс сдвинуть помимо? Как они это сделали? Резко руль выкрутили? А, чуваки тут летают, но они чинить не могут. Или чё? Мы тут были, блин. Я вообще не понимаю, где брать ключ к этой херне. Может, на мосту все-таки где-то лежит? Ну хз, погнали на мост тогда. Может, реально там. Вышечку мы чекнули. С вышечки были камеры, но камеры никуда не показывали, да? Для чего это вышечка тогда? Просто посмотреть? Машинка также есть. А где, блин, чуваки шумят, не понимаю.
Это они? Да, это они, только они слегка не прогрузились. Камера там, видите? Ну это вообще по сюжету у нас идет. Не знаю, не могли ключ по сюжету как-то положить частично. Мне кажется, что наоборот нет. И сундуки, класс. Да, мечтал. Петров, скотина больная, правдолюбец долбанный, мать его. Сколько крови пролил, так теперь из-за него побеги мутировали. Вряд ли Петров хотел подобного результата. Он не генетик и не селекционер. Он не мог предугадать всех последствий сбоя. Тогда нехрен было его устраивать. Столько людей полегло. А этим с побегами вместо башки вообще пришлось умирать дважды. Сначала от роботов, а теперь вот от меня. Моральная позиция Петрова не подлежит оправданию. Тут я с вами полностью согласен. Да нахрен Петрова, он уже сдох. Людей жаль. Я после войны служить остался, чтобы вот этого всего не случалось, а тут... Мне искренне жаль, товарищ майор, что все так получилось. Слышь? О, лутик. А, доставка лутика, блин, произошла. Что это? А, чел. Чел, погоди. Тихо, блин. Не надо кидать своими хернями. Нет, не зажимай меня. Готов? Сколько с него падает? Ну-ка, химия, патроны 8. Так мало. Я четверых этих убил, и все. Вроде успел вот забрать с него. Блин, патроны кончились, челы. Все, а патронов нет. А, дробовик. Поехали. Давайте это достреляем. А тебе что надо? Гнида, да! В смысле тут еще кто-то есть? Какие отвалить? Да отвалить. Как вы только породились. Ай-ай-ай-не-не-не, чувак, отвали. Так, тестим пушечку с кассетником. Давайте сгущенку еще выпьем. По приколу. Так я ни хрена не вижу. Урона нормально так выливаем прям. Не, прям. А, мы его подожгли, походу. Что вроде дамажит, пока я его не бью. Это огонь, что я могу сказать. Уба, против чувака. Столбик. Не хочу столбиком. Thank you.
Что за вонь от тебя? Ну, уран реально дикий стал. Сколько даст? Ну, на фулл эту потратил, кстати, по-моему. Или не фулл? Сопа, не дал? Не, дал 30. О, нормально, нормально. А можно еще одного такого? Мне еще нужны биоматериалы. На всех тут пролутать? Ключа, блин, до сих пор не вижу. Может, мы теперь в этот не можем попасть? Что-то будет печально, если мы ни в один полигон теперь попасть не сможем. Но сделаем откат, получается, сохранение, и все равно попадем. Черепу разделят. Почему-то без огня урона больше или чё? Почему я шотнул? От этих не шот, у меня этих хп побольше, скорее всего. Ой, стоп, он своего убил? Или чел взорвался? Что произошло? Ай. Нет, за что? А щит где? Я зачем щит поднял, не понял. А, у него там 10 атак или что? Знаете, в спину, блин. Что там еще чел или что это? А чел слева застрял на басище. А калаш будет убивать или что? У него нет урона. Блин, на калашка сетника нет, ну ладно, хрен с ним. Так, стреляем. А те урон, блин, пистолет больше дамажит. Ну, пистолет по органике урон, как бы, да. И для этого он больше дамажит. Блин, весь этот тратим. Каких-то хренов, понятно. Сколько, блин, чел? Пистолет реально быстрее умирает. Пистолета, блин, урона больше. Короче, либо калаш слишком недамаговый, либо пистолет слишком дамаговый. Вообще-то для баланса правильно, потому что патронов-то у калаша больше, а пистолета меньше. В принципе, так и должно быть. А, что? Кого? Кто, блин? Где? Зачем? Они его задамажили? Чё, чел? Успокойся.
нормально тебе? Мне кажется, он на самом деле умер намного раньше, но из-за того, что я продолжал в него стрелять, я не мог никак упасть. Из-за того, что я в него стреляю. Я умер уже давным-давно. Только знаете, как во всяких играх, где надо набивать комбо? Можно, точнее, набивать комбо. Кого-нибудь убить противника, и пока его труп не упадет, он не считается там мертвым. Можно держать его там в каким-нибудь атаками, подкидывать вверх постоянно и набивать комбо тем самым. Не знаю, что-то не сильно это мод, конечно, врагов. Как вы только породились. Блин, чел, ну ты же знаешь как. Вылетел цветочек, блин, из хрени какой-то. Стелился в труп. Ой, там еще один плющик. Страшный ты пиздец. Блин, а у меня огня нету, да? Хоть есть еще один огонь? По-моему, нет. Крас! То есть никто не может загнать человека в коллектив силы? Ты проф ошибался? Не совсем. То есть как это не совсем? Если я не член коллектива, как коллектив может узнать об этом? Методом от противного. Допустим, вы проходите мимо робота. Робот идентифицирует вас как человека, но на вас нет прибора мысли. И данный робот не получает от вас мысленных команд в ответ на свой запрос. Он понимает, что я вне коллектива и докладывает об этом остальным. И все остальные начинают меня гнобить, так что ли? В общих чертах, да. Но я же могу надеть мысль, пройти куда мне надо, сделать все, что мне требуется, а потом эту мысль снять. Разве не так? В общих чертах, да. Тогда зачем все так дергаются относительно этих колец? В точности утверждать не могу. Может, это вопрос личного комфорта. Прибор мысли после каждого надевания придется настраивать заново. Кольцо же просто снял и надел. Никаких хлопот. Что-то как-то слишком просто. Тихо, спокойно. Хочу что-нибудь выпить. Но мне нечего, да? У меня нету ничего на урон. Давайте водку хлебнем. Чисто по приколу. А, вот потребовалась водка. Хотя эта штука не дамажит, поэтому что мы там будем уменьшать урон по себе. Уменьшать особо нечего. И так ничего нету. Мы его встанем? А можем поднять его? Можем, рили. Много атак. Мы вроде все заблочили, нет? Тихо, спокойно. А можем просто танковать его, ну-ка? А, ну нас нас сбивает, наверное, не может. И ладно, нет, больно дамажит. Водка не спасает. Не настолько упишная. А кровь есть кровь, да? Это третий босс, получается, на этом мосту, да? Или второй? А, нет, второй только, вроде. Про тот же самый босс, который мы уже видели. Ну, я не против, на самом деле, с еще одним таким подраться. Наверное, против с двумя такими драться, но с одним еще таким давайте... Мне лутик нужен, как бы. Так, чего еще не было? А, ты был, дробовик был. Блин, не лишкой драться, может быть. Рейлганами я не могу, потому что этот. Перещи!